Доброго здоровья всем. Вот сейчас, блин, пока ничего не снимаю такого, как бы это, не знаю. И интернета у меня больно нет, говорю, в деревне сейчас тут пока что. Показывал тут про табак, рассаду, сейчас хочу показать, что видите. Короче, гибнет он у меня. Табак. Из-за влажности. Слишком я когда посадил во влажную землю, во-первых, ну, распикировал. Видите, вот это не хватает, это сгнившие, короче, все. Ну, тут немножко, конечно, и улитки там со слизнями поели, и как бы это вянет и от влаги, короче, отгнивает корни, короче, у него. Ну, я надеюсь, следующий я еще не распикировал, конечно, вон куст. Вот это. Так это нормально будет. Посажу его. Не буду так переливать. Я уже, так сказать, опытом научен. Вот. Почему-то в земле с огорода, да, влага дольше держится, чем в этом торфе, короче. Смотрите, какие длинные. Это картошка, блин, она задрала. Она какая-то, я не знаю. Тянется и тянется, тянется и тянется. Не знаю, что получится. Видите, какие тут вообще вон. Загогулина какая. Что вырастет, не знаю. Про физалис я вам говорил. Не знаю, не помню. У меня как бы тут детки бегали и переламывали его благополучно. Короче, видите, остался один, два я выкинул, потому что не понравились. Вот один мощный остался, вот этот, короче. И вот и три другого сорта, да. Ну что, когда переломили, короче, верхушка вот так осталась, я в стаканчик же с водой налил, две штуки садил. Сейчас я вам покажу. И, короче, и не смотрю. Потом вчера или позавчера обратил внимание, ну, воду же надо подливать, а смотрю, там почти воды уже нету, и корни как борода, блин, оказывается. Вот, физалис может пустить корни от, если он переломится, там что-то или что. Вот, видите, он даже зацвел. Вот, вот один сломанный был я его, видите. И вот, он даже зацвел. Так что он пускает корни, как помидор, короче, нормально все. Можно его как бы сохранить, если, ну, кто-то сломает его. А это я вот рассадил помидоры, короче, и немножко перца вот еще. Какой-то перец, короче, не знаю, тоже на пробу взял. Остренький. Он какой-то острый, кустовой какой-то, фиг его знает, короче. Вот. И помидоры рассаживал, короче, в пакет для завтраков. Пакеты такие вот, сейчас размеры скажу, 17 на 28 сантиметров. Самые такие подходящие как раз. Вот, беру вот эту вот полную, набираю от кофе и туда в пакет, бац, потом ставлю. Очень хорошо, короче, помещается тут 28 штук, короче, вот у меня в лоток. А если бы я картонки расставлял, было всего 15. Вот. Ничего, нормально тут. Вот видите, из-за недостатка, не знаю чего, желтеют. То есть я уже их высаживал с желтыми вот такими листиками, потому что им, ну, не хватало в этих коробчонках-то, контейнерах, места, короче. Они все время, короче, подсыхают, корней много, и вода буквально чуть ли не на глазах, как бы, впитывают они. Вот. Так что надо еще вот рассадить все остальное. И в пакетах удобно, как и экономно, да, короче. И проще, не надо ничего клеить, никаких коробок нафиг. И уже я говорю, тут, когда садил, чуть-чуть поливал.
чтобы не перелить нафиг. Вот. Видите, какой беспорядок. Это у меня там, где я лошадок делал, и все это. Короче, теперь у меня будет рассада садить. Соседи уже в грунт высаживают. То есть не в грунт, сама, а в теплице, короче, помидоры. Но у меня так я еще и не сделал, ничего не, короче, ничего не успеваю делать. Только напилил, да пила у меня что-то, вот это Хитачи, перестала работать, перегрел ее, елки, что ли, когда, ну, еще давно перегрел, правда, один раз. Отслоение у якоря там пошло, короче. Надо другую будет, ну, или якорь где-то достать мне. Ну, это ладно. Вот. И сейчас пока вот хожу на работу и занимаюсь рассадой. Да, вот во дворе сегодня там погреб, да что. Короче, такие работы. Всего доброго.